Сладком школа, да. 1371. Это Вероника и Роман. Организаторы акции помощи приюту для бездомных животных, для лохматой души. Дети собрали помощь. Спасибо вам большое, Вероника, за такую прекрасную акцию добра. Добрый день, мы школа 1371, собираем благотворительные акции, занимаемся сбор корма для животных. А в данный момент помогаем приюту «Лохматая душа», в котором насчитывается 3000 животных. Очень рады помочь, все ученики активно принимают участие в нашей акции. Спасибо вам большое. Корм, который передали школа 1371, Крылатская, очень много корма, прям вот ящиками, ну пришлось разобрать ящики. Здесь для кошек, для собачек. Ну вот, полмашины. Видите? Спасибо большое. Вот я приехала сегодня в школу забрать корм, который собрали дети своими собственными руками. Хочу поблагодарить за эту прекрасную акцию помощи бездомным животным от имени «Лохматой души». Прежде всего, деток, потом преподавателей, которые организовали эту замечательную акцию, а также родителей, которые с детства прививают любовь и доброе отношение к животным. Здравствуйте. Лилия? Да. Да, я вам звоню, вы не знаю, я здесь, да, я вам пишу. Так, приехали ребята из FM Логистик к нам, да, в гости. Так, ну, как-то давайте вот туда, наверное, да. Давай, держи. Вот посыпать. Держишь? Крепко держи. Осторожно. Ну да, конечно, да, давайте что. Потом сможем как-то на регулярной помощи. Было бы очень, да, хорошо. Ну что, ребята, разгрузка подходит к концу. Последний поддон разгружаем. Все. Забираем потихонечку. Все, ребята, последний? Давайте, мои хорошие. Собаки. Какие красивые, спокойные. Господи, ребята, как же быстро темнеет, а? Ну просто ничего не успеваем. Ничего, ребята. Тихо, мои хорошие, да. Так, здесь насыпали, здесь есть корм. И приходится все время контролировать. Пока все вольеры вот так оббежишь, домой приходишь, ребята, без задних ног.
Хочу поблагодарить всех, кто помогает приюту «Лохматая душа». Друзья, те, кто зашел первый раз на наш канал, пожалуйста, присоединяйтесь. Жизнь 3000 животных в наших с вами руках и зависит от нашей с вами помощи. Спасибо всем, кто не прошел мимо.